Как же замечательно. Две спальни. Вот я решил, принял решение. Я, значит, в одной спальне сплю до 4 ночи, потом перебираюсь в другую и, в общем, продолжаю спать там. Как бы я не хвастаюсь, но... Телятина с зеленым перцем. Древесные грибы. Кисло-сладкая история. И димсамы. Все это... И что вы думаете, происходит? Вот 3 часа ночи у меня, а я сижу. Что? Вы хотите сказать, что это психоз? А это? Спокойной ночи, друзья.